Привет, на связи компания NanoSmoke. Это уже второе видео про наши кальяны. Первое видео было про вертикальные кальяны, а это видео будет про горизонтальные. Кстати, чтобы не пропускать наши видео, я предлагаю подписаться, чтобы быть в курсе всех событий от первых уст производителя. Тут у нас модель NanoSmoke Premium, NanoSmoke Cube Pro, NanoSmoke Cube в двух вариантах, это с подсветкой и без, и NanoSmoke Ali. Как вы уже заметили, у нас кальяны есть на силиконовой чашке и с промодулем. Сразу скажу, что к любому кальяну на силиконовой чашке можно надеть промодуль и наоборот. При курении кальяна на промодуле вода кальяна не нагревается, потому что здесь есть радиатор. Также у него есть удобное блюдце, куда можно положить угли. Что же касается курение на силиконовой чашке, да, там вода нагревается через 40 минут курения, но есть один очень большой плюс. Если вы новичок и не знаете, как правильно забивать табак, то на силиконовой чашке вы точно не ошибетесь, и вы получите всегда вкусный и дымный кальян. Самым старым и популярным кальяном из всех представленных является NanoSmoke Cube. Это вот два его исполнения. Одно исполнение у нас с подсветкой, второе без. У него есть мембранный клапан, который находится наверху. Он никогда не сломается, с ним ничего не произойдет, потому что он не содержит металлических частей. Также у кальяна есть уровень воды, чтобы вы знали, сколько наливать воды. И у него есть вариант с подсветкой и без. Пакуется он сам в себя, и шланг к нему присоединяется вот таким простым способом. В комплект к этому кальяну есть алюминиевый кейс, в котором его удобно переносить в полном комплекте. Это кальян NanoSmoke Premium. Он идет сразу же с промодулем. Значит, на него надо будет подобрать чашку и call-out. У нас они есть разные. Есть также у нас цветные. И есть еще вот такие убивашки, как их называют. Что касается шланга, он идет на магните. И мундштук в стандартном исполнении идет в алюминии. И также можно на выбор взять еще два других дизайна. Что касается самого корпуса, он состоит из двух плит, между которыми находится прозрачная часть кальяна и внутри кальяна подсветка. Это акриловые плиты, они толщиной от 8 до 10 мм. В 2018 году китайцы скопировали модель NanoSmoke Premium и сделали китайский аналог. С тех пор прошло много времени, и мы решили сделать копию копии. Так получился NanoSmoke Ali, это наш самый дешевый кальян, и он полностью соответствует размером китайского кальяна, однако сделан из качественных материалов. Он имеет короткий мундштук и состоит из силиконовой чашки, корпуса и шланга. Так что это самый простой и доступный кальян из нашей линейки. Это NanoSmoke Cube Pro, наш самый технологичный кальян. Он состоит всего из одного куска оргстекла и двух боковых крышек. То есть у него абсолютно нет швов, нету углов. При желании его можно дооснастить магнитным коннектором. Но для этого нужно предупредить заранее, чтобы мы его сразу же изготовили с магнитным коннектором. В стандартном случае шланг присоединяется вот таким образом. У него всегда есть подсветка в комплекте. И опять же, для того, чтобы выбрать себе готовый комплект, нужно будет подобрать чашку. И еще подобрать call-out. На корпусе всегда есть уровень воды, чтобы не ошибиться. На все кальяны действует гарантия на протечку, а также система NanoSmoke Protection, которая обеспечивает вам новый кальян, если вы разобьете старый. Но нам нужно показать видео, где вы его разбили. Удачи вам! Спасибо, что нас смотрите, и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать самые новые и технологичные кальяны, которые мы изобретаем.